Традиционно в канун новогодних и рождественских праздников уже 18 лет подряд модельное агентство «Имидж-центр» проводит конкурс «Мини-мисс Запорожье». Несмотря на то, что финал конкурса состоится 8 января в ресторанном комплексе «Наире», активная подготовка участниц уже началась. Каждый раз в конкурсную программу входит не только финальное выступление участниц, но и фотосессии в лучших интерьерах нашего города. В этот раз для фотосъемки был выбран комплекс «Наире». Невероятное количество разнообразных локаций в многочисленных залах комплекса позволили сделать фотосессию незабываемой для каждой участницы и при этом ощутить и конкурсанткам, и творческой команде организаторов приближение новогодних праздников. А коллекция карнавальных костюмов, предоставленная салоном «Пани Лиза», позволила окунуться всем в атмосферу сказки. Девочки перевоплощались в снегурочек, пажей, принцесс и героинь известных сказок и популярных мультфильмов. Итак, представляем наших участниц. Олеся Кравченко, 6 лет. Воспитанница детского сада номер 42 под названием «Солнышко». Активная, жизнерадостная девочка. Увлекается танцами, хип-хоп, джаз-панк и техно. Любит рисовать и готовить с мамой на кухне разные кулинарные шедевры. В будущем планирует освоить в совершенстве английский язык. А также мечтает стать мамой и родить дочку. Дарина Быкова, 12 лет. Ученица 7 класса Малой гуманитарной академии и 6 класса школы искусств номер 3 на художественном отделении. Профессионально занимается танцами уже 7 лет. Принимает участие во всеукраинских турнирах, а с сентября этого года учится в модельном агентстве «Имидж-центр». Мечтает в будущем стать известной моделью и покорить мировые подиумы. Анастасия Стенина, 11 лет, ученица 5 класса комплекса «Основа». Настя увлекается плетением макраме, а также очень любит фотографировать. Ее мечта – стать известной моделью и фэшн-фотографом. Мечтает, чтобы ее фотографии украсила обложку известного мирового журнала. Злата Наумова, 11 лет, ученица 5 класса Запорожской гимназии «Контакт». Добрая, преданная, отзывчивая, целеустремленная девочка. В людях ценит искренность. Убеждена в том, что всегда надо к чему-то стремиться. Злата изучает английский и немецкий языки. Рисует и делает композиции с квиллингом. Очень любит животных, мечтает посетить Париж и стать, как многие девочки, успешной всемирно известной моделью. Анастасия Касьян учится в школе Эйдас, любит петь, читать, общаться с друзьями, мечтает побывать во всех столицах мира. Ее кумиры из области модели Алла Костромичева, а из области музыки Image Dragons и Лиза Митчелл. Также Настя увлекается стрельбой из лука, рисованием и пением. В ее планах на жизнь стать успешной девушкой. Ева Лубенец, 7 лет, первоклассница, очень активная и любознательная девочка, любит кататься на роликах, мечтает о кругосветном путешествии на яхте, а также о встрече и знакомстве с королевой Елизаветой II. Мы продолжим знакомство с остальными участницами конкурса «Мини-мисс Запорожье» на следующей неделе. А со своей стороны мы приглашаем жителей и гостей нашего города окунуться в праздничную атмосферу и поддержать участниц конкурса «Мини-мисс», который состоится 8 января в ресторанном комплексе «Наире».